Ох, какая сегодня погода, друзья. Бомбезная. Такая погодка заряжает. Присутствует небольшой ветерок. Над морем наблюдается также небольшая дымка. Но погода супер. Очень классно сегодня. Еще позавчера на улице температура была плюс 7. А уже вчера и сегодня минус 7 днем, ночью минус 10. Вчера целый день сыпал снег. Какая бомбезная погода. Приветствую, друзья. По вашей просьбе, сегодня мы с вами прогуляемся на ЖД вокзал. К вокзалу спускаюсь пешком, так как автобусы на вокзал ходят не часто, на ЖД вокзал. Этот участок дороги все еще не тронутый. Здесь еще предстоит восстановление всей инфраструктуры. Отсюда мы с вами видим ЖД вокзал. Вот он по центру на горизонте. Наконец-то почти в середине января пришла зима. Посмотрим, надолго ли. Как видите, друзья, ЖД вокзал в процессе восстановления. На базе разбитого железнодорожного вокзала строят современный мультитранспортный терминал. Работы по восстановлению станции «Мариуполь» уже давно начались. Современный транспортно-пересадочный узел для пассажиров автобусов и поездов. Новые либо восстановленные здания обеспечения. Новые перроны. Новое общежитие. И вспомогательная инфраструктура. Здесь будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное. Но сейчас все проектируется по самым современным нормам. Слободка. Частный сектор. Море сегодня спокойное. Если мороз так продержится пару деньков, то Азовское море замерзнет.
Красота. Берег постепенно начинает замерзать. Обалденная сегодня погода. У меня даже появились мысли окунуться. Что я, скорее всего, сделаю на днях. Здесь продолжается заливка бетонных конструкций против волн. Показываю для тех, кто говорит, что Украина что-то в Мариуполе построила. Этот недострой уже стоит, честно, даже не помню сколько лет, 10, 15 или 20 лет. В таком виде. С этим краном. А вот здесь шикарное архитектурное здание еще советских времен. Оно уже было в ужасном состоянии, и никто его не приводил в порядок. Не знаю, в каком вы мире живете. В параллельном, наверное. Поднимаюсь сейчас по лестнице в Приморский парк и вижу вот такую картину. Вот. Вот это лицо предыдущей страны. Паразиты. 100% это же не с пустого места появилась дыра такая. Это кто-то сделал нарочно. Поэтому не рассказывайте мне басни о том, что окраина что-то строила. А вот еще одна дыра. Да, наверняка это сделали нарочно. Нахимовское училище постепенно преображается.